Приветствую вас, дорогие зрители. Перед просмотром хотелось бы попросить вас оценить ролик и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Приятного просмотра. Алла Пугачева и Максим Галкин в марте этого года улетели из России в Израиль. Из-за границы юморист много раз нелицеприятно высказывался в адрес своей страны, спровоцировав несколько скандалов. В итоге Галкин уволился с Первого канала. На его концерты в России вряд ли кто-то пойдет после сказанного и сделанного. Журналисты спросили Аллу Пугачеву, не собирается ли она разводиться со своим мужем. Ведь очевидно, будущего у него в России пока нет. Мне зачитали, что мы с Максом разводимся. Нет, сказала она на форуме, посвященном обсуждению российской культуры и ее свободы в Музее еврейского народа в Тель-Авивском университете. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за просмотр.